Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російський генерал Який веде опозиційний телеграм-канал «Генерал СВР» і є діючим генералом розвідки, зазначає наступне, залишимо мовою оригіналу, нехай хоч тут росіяни почують правду. Полутруп президента Росії Владимира Путіна доставили в його резиденцію на Валдай. Кратковременный отдых в Сочи не смог благотворно сказаться не только на общем состоянии президента, но и на его настроении. Если на выход Путин действительно почувствовал себе улучшение настроения и даже начал несколько подриться. Тоже после общения с Эрдоганом он почувствовал себя хуже и дальше только жаловался на ухудшение самочувствия. Несмотря на слабость, Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом. Разговор касался в основном нефтяной тематики. Для Путина важно сохранить высокие цены на нефть, и он считает, что в состоянии убедить наследника принца в чем угодно. Еще недавно Путин пытался выстраивать приятельские отношения с Мухаммедом бен Сальманом, так как по разным причинам обоих считали изгоями в западном мире. От Путина отвернулись после аннексии Крыма, а бен Сальман испытывал проблемы после убийства Джамаля Хашоги. Надо отметить, что большая доля ответственности за организацию скандала и распространение информации вокруг убийства Хашоги лежит на Владимире Путине. Президенту России этот скандал был выгоден, и он использовал максимум для того, чтобы раздуть его до мирового масштаба, но если Путин со временем стал еще более изгоем и оказался в подобных проблемах с головой, то Мухаммед бен Сальман смог переломить нисходящие тренды и уйти из скандала с небольшими потерями. Конечно, президент России стар, слаб и глуп для того, чтобы иметь возможность кого-то обмануть или убедить действовать во благо интересов российского руководства в ущерб себе, и, конечно, наследный принц Саудовской Аравии прекрасно знает, с кем имеет дело и не дает вести себя в заблуждение. Разговор окончился тем, с чем же началось, со стороны сверили позиции, пообещали держать друг друга в курсе происходящего. Вчера вечером президент имел недолгий разговор со своим другом Юрием Ковальчуком, обсуждали текущие дела и здоровье Путина. Юрий Ковальчук уверял президента, что есть еще возможность продлить его жизненный путь, и предложил очередной раз обратиться к высшим силам и организовать встречу с целителем-старцем. Но, видимо, Путин уже отчаялся и ни на что не надеется, потому что наотрез отказался от этой инициативы. Президент России Владимир Путин действительно очень болен, и все, кто к нему близок, не просто знают о скором и неизбежном, но и пытаются к этому подготовиться. До встречи, друзья, ставайте спонсорами каналу, ставьте вподобайки, пишите комментарии, подписывайтесь обов'язково, переможемо разом.